Всем привет, меня зовут Евгений Бондаренко. Как вы все знаете, я люблю собирать кубик Рубика, делаю это достаточно быстро, и я решил попробовать познакомиться с девушками благодаря своему хобби. Надеюсь, у меня что-нибудь получится, и получится какой-нибудь крутой пикап-пранк. Давайте приступим, поехали. Извини, можно тебя на минуту? А можешь проверить, насколько у меня ловкие пальцы? Я покручу, а ты скажешь, ловкие или нет. Давай. Смотри. Очень ловкие. Тебе понравилось бы? Понравилось бы. Ну, если бы я собрал его очень быстро. Мне все равно. Не удивишься, да? А если я соберу его за одну секунду, одной рукой, не глядя, и в воздухе? Как это? Ну, ты удивишься? Да. Точно? Девчонки, девчонки, извините, пожалуйста, можно вас на секунду отвлечь? Да. Я хочу проверить, насколько у меня ловкие пальцы. В общем, мне нужно его собрать. Поможешь мне? Можешь разобрать его еще сильнее? Ну, у меня просто самая быстрая рука на Диком Западе. Понятно. Так мне друзья говорят. Не знаю, как это. За сколько секунд мне нужно его собрать, чтобы вас удивить? На 20. 20? А у вас есть секундомер? Да. Ну давай. Есть? То есть, если я соберу его за 20 секунд, то я... ну, считайте, я вас удивил, да? Ну да. И можно будет у вас номерок взять? Это очень сложно. Готово? Смотри, я просто его вот так буду крутить, за спиной подброшу, и он соберется. Ну вот, ты мне сейчас сломала. Можешь помочь собрать? Я могу порать, ну смотри, ну он собран. Ты мне даже номерок не оставишь? Почему? Потому что я его уронил, да? Надо было больше потренироваться. Потому что я спарринг. Что? Потому что я спарринг. Блин, на самом деле я тоже. Просто с куберами девушки не хотят встречаться. С теми, кто кубик крутит. Они думают, что это задротство полное. Никто так не думает? Не да? Да. Ну ладно, а то я уже почти обиделся. Да. Ладно, пойду еще покручу. Давай. Спасибо, что пообщалась со мной. Пока. Готово? Да. Сейчас смотрите внимательно. Давай, раз, два, поехали. Я все. 14. Я хотела 14 сказать. Ну как, классно? Да. Дашь номерок? Не, я-то дам. Но тут только ради общения и каких-то да? интересных. Ну, тогда запиши меня ВКонтакте. Давай, это будет. Извините, а вы не из 80-х? Вы из 80-х? Просто тогда кубик был популярный, и тогда все собирали. Я из 40-х, деточка. Из 40-х? Да. Не, это рано, вы мне не подходите. Девочки, смотрите, как могу. Эля, тебе надо было бы сюда приходить с кубиком Рубика. Круто. Да. А ты умеешь собирать? Не, я только на сторону максимум собираю. Видала, какие у меня ловкие пальцы? А как? Подожди. Чего ты смеешься? А потому что она мучилась целый год, пыталась собрать, в итоге собирала одну сторону. И потом разбирала. Ну, разобрать-то это можно, а ну попробуй. Я просто слажу. Живала. Ну вот уже неплохо, молодец. Прикалываешься? Да. Девчонки, 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 подождите. Я вас увидел, я сразу понял, вы мне сможете помочь. Можно вас на секунду? Я не умею собирать. Нет, не надо собирать. Вам нужно просто заценить. Да. У меня, короче, очень ловкие пальцы. И... Повезло. Да, и я вот у девушек спрашиваю, насколько ловкие, на чем мне там нужно поработать. Кто хочет разобрать? Можно? Ладно, я сам. Нет, если хочешь, можешь разобрать. Или ты, например. Давай ты. Ладно. Не, серьезно, кто-нибудь будет крутить? Да, ты такая скромная, на, держи. Как тебя зовут? День рождения. У тебя сегодня день рождения? Сколько тебе лет? 15. Вот это поворот! Run. Как вас зовут?
Меня Вика. Вика? Эля. Вика и Эля. Эля и Вика. Почти как меня, я Женя. Ну ладно, как ты. Давай. Сколько времени, как вы думаете, за сколько времени я соберу? Окей, за сколько времени, за сколько времени надо собрать, чтобы вы удивились? 30 сек? Давай, меньше минуты. Меньше минуты. 30 секунд. Ну ты в меня больше веришь, чем ты. Да, я вообще не могу. Секундомер, да, давай, доставай. Так, что у нас тут? Ну ты, конечно, постаралась. Ой, да. Чересчур. А ты берешь сама? Нет, в одну сторону. Сколько? 30 секунд, да? Да, раз, два, три. Все. Капец. 11, ну даже за 10. Оп, дала как? Я же говорю, самая быстрая рука на Диком Западе. А если я соберу одной рукой, закрытыми глазами, в воздухе, в воздухе, не буду смотреть, за спиной. Эля, раскрути. Давай. Я вот просто смотри, там он разобранный, я просто смотри, подброшу его так, и он соберется. Готово? Патрон. Да? Как? Все. Сколько вы мне денег готовы заплатить за это? Прости. Не, ну хоть чуть-чуть, я просто есть хочу. Правда. Может, булочка какая-то есть? У меня ничего, у нее. Блин. У меня крупная. А, черт, как жалко. Блин, ну я уже рассчитывал. Ну хотя бы номер телефона, можно вас попросить? Можно. Да, ну давай. Лайф или МТС? Ой, лайф или МТС? Давай оба. Не, ну давай хотя бы МТС там, ладно. 0,66. Я вот сижу, кручу, кручу, а вы до сих пор не сказали, что у меня ловкие пальцы. Да мы заметили. Да? Да. Я могу поближе показать. Смотри. Тут вот главное движение вот такое. А у вас есть секундомер? Да, да, знаю. Давай. Давай ты засечешь, а я соберу. За сколько времени надо собрать, чтобы вас удивить? За минуту? Да. А давайте, если я соберу быстрее 30 секунд, то вы мне даете свои номера телефона. А мне телефон, я даю. Ну, номер, ну, хотя бы один. А. Как вас зовут, кстати? Карина, Катя. Я Женя. Приятно. Ну, короче, я и даю тебе ее номер, потому что это ее телефон. Окей. А у меня телефона нет. Ну, давай. Смотри, раз, два, три. Стой, подожди, не нужна старше. Ой, теперь пошел. А, подожди, я уже начал собирать. Ну, блин, давай еще раз попробуем. Подожди, стоп, да? Брось. Раз, два. Не, ну не спеши. Давай, раз, два, три. Все, 13. Стоп, ой, ну ладно, да, 13. Посмотри. Слушай, посмотри, как он воспитывает. Вы про меня? Я не про кубик тоже. Блин. Ляй, попробуем, какой выспит. Ну что, на чей номер можно рассчитывать? На. Записывай. Давай. Извини, пожалуйста. А как тебя зовут? Катя. Я Женя. Давай познакомимся. Ты не против? У меня как-то сегодня настроение для знакомства, знаешь. А в чем дело? Просто хочу посидеть одна. А хочешь, я тебя удивлю? Ну, если я уже тут сколько, минуту сижу, и я очень быстро крутил кубик, ты даже не заметила. Это я должна удивиться? Ну, я не знаю. Как ты думаешь, если я его быстро соберу, ты удивишься? Неудивительно. Неудивительно? Этому можно обучиться.
Окей, за сколько времени я должен это собрать, чтобы ты удивилась? Теоретически. За 10 секунд. За 10 секунд? Серьезно? А если я соберу его, допустим, еще быстрее? За одну секунду? За одной рукой? Ну давай. В воздухе? Да я разберусь с вами, не переживай. Ага, давай. Давай, конечно. Ну, по поводу 1 секунды я, конечно, перегнул. И 10 секунд это тоже очень быстро. Но, в общем, давай я постараюсь ради тебя, я постараюсь собрать как можно быстрее. Чтоб ты не грустила. Ты сидишь такая грустная? Ну что, есть секундомер? Да, есть сейчас. Поехали. Ну, давай, 3, 2, старт. А, подожди, подожди, я не подключила. А? Все. Готово? Да. 3, 2, старт. Все. Ну, почти. Ну, около 11 было. Молодец. Слушай, может, оставишь мне на свой номер телефона? Мы как-нибудь с тобой потом пообщаемся. Я не помню. Не помнишь? Ну, можешь записать мой. 050 02 06. Можешь набрать. Девушка, извините, пожалуйста, можно вас секундочку? Не хотел вас нажимать. Я уже друга стою, жду минут 20, можно на этом поезде приехать. Я уже поезда 4 пропустил. Мне так скучно, мне очень хочется с кем-то пообщаться. Можете составить мне компанию? Тем более, я достаточно интересный человек, я умею собирать кубик быстро, кстати. Если вам интересно, можете засечь время на секундомере. Есть? Давай так. Так? Да. Посчитайте про себя? Что? Ну, секунды. Давай. Готовы? Да. 3, 2, поехали. Тридцать пять секунд. 35? Да нет, это было быстрее намного. Да ну да, это долго. Да? Конечно. 1, 2, 3, 4. Я могу одной рукой собрать быстрее, чем 35 секунд. Да? Серьезно. Не надо, да. Не переживай. Можешь пока раскрутить кубик, а я попробую раскрутить тебя на номерок телефона. Или какой? Так дашь номер? Потом как-нибудь пообщаемся, я научу кубик собирать. Я уже друга ждёте. Не, правда, друга жду. Никак не приедет. Ну, что, давай ты дальше. А я что? Не, ну, ты же моя подруга, вы как хотите. Как хотите. Ну, да, но я был бы не против пообщаться. Ну, значит, ловкие пальцы, там, все дела. Хотя бы, да? Да? Ну, что ты стесняешься? Да, потому что. Ноль. Короче, ребят, вот что из этого получилось. Надеюсь, вам понравилось. Ну, мне очень понравилось. Для меня это что-то было такое новенькое. В общем, ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я сейчас начал упорно вести Инстаграм, поэтому ссылочка в описании, вы знаете, что делать. Всем пока и хорошего настроения. С вами был я, Евгений Бондаренко.